Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня у нас очередная распаковка, очередная посылки с сайта AliExpress. Здесь автомобильное комбо устройство, видеорегистратор, антирадар и GPS информатор. Давайте откроем и проверим его. Посылка шла чуть меньше двух недель из Китая, упакована, я смотрю, в почтовый сейф пакет и внутри китайский воздух короче упаковано надежно ничего помяться не должно по идее вот само устройство карадарка 330 sg комбоустройство устройство 3 в одном видеорегистратор радар детектор и gps информатор все на русском языке с картой памяти на 32 гига Открываем коробочку. Вот здесь само устройство. Ладно, рву. Все равно не в подарок. Сыну в машину. Так, объектив заклеен. Здесь тоже вот такая вот наклеечка имеется. Кроме того, у нас имеется присосочка, регулируемая. Здесь ослабляем и регулируем угол. Наклона. Соединение магнитное. О, блин, магнит мощный, блин. Обалденно мощный. О, так на улице у нас темно стало. Вечереет быстро. Так что надо уходить в комнату. И что у нас еще имеется? Тут шнур питания прикуривателю. И мини-USB. USB. USB кабель. Итак, друзья, немного об этом устройстве. Вот что он из себя представляет. Здесь наклеечка, но здесь будет такой же экран. Дисплей трехдюймовый, TFT цветной, ЖК. Светочувствительный объектив с углом обзора 146 градусов и шестислойного стекла с ЭК фильтром. Здесь наклеечка, сразу мы ее снимем. Эту наклеечку тоже снимем. Сейчас мы включим и проверим его. Но ну, сегодня у нас будет только распаковка и видеообзор, а тестирование на трассе в автомобиле будет в следующем видео. Здесь установлен радарный модуль нового поколения с настройками чувствительности и умной системой дальности оповещения Smart Alert. Детектирование и информирование обо всех радарах, комплексов и камер контроля таких как лазер, стрелка, автодория, поток, крик, роботы и другие. Режимы трасса, город, город один, подпись сложных срабатываний. Различные скоростные фильтры для, для максимально комфортной эксплуатации устройства. Автоматическое приглушение громкости, голосовое оповещение, информаторы, тип радара, ограничение скорости, превышение и так далее. Настройка порога превышения скорости для оповещения по GPS. Возможность отключения диапазонов пользователям. Обновление ПО, база данных, камер и радаров. Произведен этот девайс в Корее. Мануал полностью на русском языке. Все прописано от и до. Правда, шрифт мелкий. Без очков не, не разобраться. Вот что из себя представляет крепление. Мощная присоска на лобовое стекло автомобиля. Угол наклона регулируется, как я вам показывал. Здесь вот нарисован замочек. Короче, ставим. И закрываем замок. Присоска приклеивается намертво. Смотрите, хрен оторвешь и на мощных магнитах крепится сам аппарат. Так, наклеечку это я снимаю, подключу через повербанк. Так, вот сразу у нас пошла запись. Сейчас у стоит в режиме подпись. Определение сигнатуры. Вот, чтобы отключить запись, надо нажать вот на эту кнопочку. Коротко... Ой. Короткое нажатие. Должно быть короткое нажатие, чтобы остановить запись. Длинное нажатие, установка геоточки. Это пользовательская точка, так сказать, на радар. Если ее нет в базе данных, мы устанавливаем таким вот длинным нажатием. Пришлось мне подсоединить держатель для того, чтобы и питание от прикуривателя потому что она работает как антенна иначе спутник не ловит спутник поймал и установила сразу правильное время ну да как видите 1916 все верно спутник поймал даже под крышей под железной крышей и бани вот сейчас я нахожусь в бане в следующем видео как я уже сказал проверим в автомобиле по трассе так режимы работы трасса можно установить автоматически переход на трассу и город или вот этой вот кнопочкой трасса. вот сейчас трасса город один город 2. и сигнатура так, сейчас запись у нас установлена. Можем переходить в меню. При включенной записи в меню мы зайти не можем. Вот кнопка меню. Так, яркость, громкость, динамика изменяется кнопочкой вот этой, верхней кнопкой. Сейчас громкость 1, вот самая громкую, высокую громкость установим на пятерку. Длинное нажатие и переключаемся на яркость экрана. Короткое нажатие на эту кнопочку изменяем громкость. Вот сейчас самый яркий экран у меня установлен. Чтобы перейти в меню, надо остановить запись коротким нажатием, как я уже сказал, этой кнопочки и заходим в меню и нажимаем вот эту кнопочку. Перешли в галерею, нижнюю кнопочку. Перешли в галерею и выбираем видео. Включаем. Это же кнопочкой. Вот я походил на улице в полной темноте. Снимает вообще обалденно. Видно очень хорошо. Динамик находится вот здесь вот. Здесь же находится, я как понял, и микрофон. Так, дальше статус GPS. Ага, смотрим, сколько здесь спутников. И это под крышей дома. Под железной крышей бани, вернее. Так, микрофон включен. выбираем кнопочкой вниз переходим а чтобы установить вкол включение выключение нажимаем этой кнопкой можем отключить микрофон но отключать мы ничего не будем все как установлено автоприглушение голос включено автоприглушение включено максимальная скорость стоит 130 километров так осталось трасса 80 километров лимит превышения но здесь мы можем установить 10 километров в час сверх нормативной скорости или 20 километров в час сверхнормативной скорости ну короче любую Мы можем установить лимит но можно его и не устанавливать так порог отображения например 160 километров в час чтобы такая скорость у нас свыше этой скорости на файле не отображалась запись этой скорости так сказать циклическая запись я установил 3 минуты можно установить как одну минуту размер файла так и 5 минут. Пусть будет средняя. 3 минуты. Так, XKST это диапазоны радаров. Это все у нас включено. Лазер включен. Язык русский. Здесь два языка. Русский и английский. Ну, специально сделано для России. производства Кореи, как я уже говорил. Экспозиция 0, датчик движения выключен. Датчик движения мы можем включить на запись только при движении. Это, например, когда оставляем машину, видеорегистратор включен, и запись на видеорегистратор будет записываться только при обнаружении движения. Уже Сенсор. Средняя чувствительность, часовой пояс. GMT плюс 3. Установилось время автоматически. Как я уже говорил, при подключении к спутникам. Но ну, здесь мы можем удалить все свои точки, которые я нечаянно поставил. Очистка карты памяти. И сброс настроек, версия ПО. ПО мы можем обновить. Ну, и все по кругу пошло. Назад. Кнопку, нажимаем кнопку меню. И все, пошла запись. Как я уже говорил, запись останавливаем коротким нажатием на эту кнопочку. Вот такая вот приблуда, друзья. Ну, на сегодня, наверное, и все. Буду заканчивать. Ссылочка на это комбо устройство будет в описании под видео. Может кому-то и понадобится. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал. Кто еще не подписан, буду рад каждому новому подписчику. Ждите новые видео в ближайшее время по тестированию на трассе в городе этого устройства. Всего вам доброго, до свидания, удачи вам. Пока.